пожар в гипермаркете. В торговом центре «Валентина» в понедельник утром повалил дым из продуктового магазина. Сообщение о загорании поступило на пульт дежурного в 9 часов 5 минут. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Выяснилось, что источник возгорания находится в пекарне. Площадь пожара составляет 5 квадратных метров. По прибытию было установлено, что произошло загорание нагара в вентиляции в пекарне на площади 5 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 46 человек, детей среди них не было. В 9 часов 16 минут пожар был локализован, в 9 часов 25 минут пожар был полностью ликвидирован. С момента получения сигнала о пожаре до его полной ликвидации прошло 20 минут. На месте от МЧС работали 12 единиц техники и 43 человека личного состава. Дознаватели устанавливают, отчего случился пожар в пекарне торгового центра. Основная причина – самовоспламенение масла во фритюрнице. Также известно, что из-за этого происшествия будет написана просьба в прокуратуру дать разрешение на внеплановую проверку данного торгового центра.